Всем привет, мы на Потонге. Сейчас прокатимся, покажем вам, как по набережной. Особо не тряси рукой, пожалуйста. Поехали. Подальше от лица, мам, ты мне прямо. Да, вот так чуть правее. О. Это Потонг, набережная. Сейчас самый вечер, 9:30. По тайскому. В Москве на 4 часа. Меньше еще. Очень тепло, все в тормозе. Единственное, не, мам, повыше, не нужно снимать. Это дешево, практично, 300 бат, 400 в сутки. Такси дорогущие здесь. На топ-кубах ездить реально дорого. Слева потом бич. Вечерние азиатские пробки на потом. Хорошо вылезли, видно, да, мам? Да, видно. Посмотрите, сколько тук-туков. Тут полно. Да. Они очень дорогие, конечно. Не, они не дорогие. Знаешь почему? То есть смотри, сколько там можно народом здесь. Шестерых. А на шестерых что там? 300-400 бат ему заплатить за поездку. Ну это да, наверное. Так что не особо дорого получается. Если одному на тук-туке, да, лучше взять мототакси, оно будет сильно дешевле. Вот такой вот вечерний трафик. Хочу вот этого обойти, он прижимается, прижимается. Ну ладно, пускай проедет, что тут уж не знаешь. Слишком медленно. Потом за рулем. Может, он еще 200 где остановиться? Не, он просто едет. Просто там еще. Ну там быстрее не поедешь. Ну, она пробилась, не надо. В общем-то, такой вечерний Потонг. Мы едем за Потонг дальше, на ночной рынок. Путь наш лежит через все. Смотрите, это не было полицейских, это просто
тихонечко остановимся. И можно будет завершать. Всем привет, всем привет. Вот китайские фонарики, вот потом пич. И в общем-то вся набережная всего лишь получается на 5 минут на байке, если ехать тихо. Всем привет. Всем привет. Мама захотела выйти, посмотреть фонарики. Китайские обычные фонарики. Дельфинчиков сними. Нет. Всем привет с вечернего Патонга. Вот Патонг Бич, самый конец набережной Патонги. Мы катаемся на байке, сегодня вечером теплая погода, очки осветляющие. В общем, все очень здорово, тепло, настоящее лето. Выключай, мамуль, поехали.